Добрый день, друзья. К этому моменту, когда выйдет это видео, меня уже не будет в этих краях. Я буду в Южной Корее, в Пусане, скорее всего, принимать новый танкер. Ну и я позаботился о вас, сделал много историй, всяких работ еще с прошлого контракта. Где-то до сентября месяца будет вам что смотреть. Подписчики откликнулись на мою просьбу, и еще один человек прислал мне видео. Чисто ради сравнения, тоже старый пароход, первая практика, ну там все без комментариев, просто внешний вид посреди машинного отделения. Пароходу где-то около 35 лет. Честно признаться, я на прошлом контракте был, пароходик был 2005 года, пароходик такой, VLCC, 309 тысяч тонн. Но желания снимать у меня не было, я просто так поснимал. Я думаю, в будущем я вставлю какие-то обзоры нового парохода со старым, потому что, ну, не было настроения и все. Сейчас, конечно, как мне сказали, отдыхать мне не придется. Но зато, когда работы очень много, то и время бежит быстрее. Но все равно новый есть новый. Все, всем приятного просмотра.